что-то, да? Эпа! Ебать, а! Че это хуйня? Никит, что это такое? Бомбардировка, нахуй! Артподготовка, блядь! Да не сын, не сын, пока еще ничего нету. Артподготовка это. Ебать. Что такое? Хуя я заснял материал. Да. Да, за куртками, пошли здесь бегаем. Это уже нехило, блядь. Пошли бегом. Да не ссы, мужики, блядь. Самое интересное только начинается. Вперед, вперед! Окно срежь, блядь, покосилось, смотри! Пиздец! За куртка нельзя, да? Хотите, нельзя. Окей, все, валим. Что теперь? Чуваки, греемся, ну, нахуй, я замерзну сейчас, блядь. Там прям вот. Все заснял, нахер, все взрывы, эти падения, блядь, заебись. Не, ну покажи, что ты снял. Да, и пока снимай. Потом, сейчас еще хер знает, еще что-нибудь ебнет. Пролетела, нахер, вспышка была, и дальше в лес хренануло, блядь. Нет. Потом все выбегаем, смотрю, это все дело снимаю, потом еще взрывы начались, блядь. Мы убегаем вот туда, оно уже прям ухло. Известно. Ясно. Вот это, блядь, приключение, нахуй. Я вот. Заебца нахуй! Ебать! В атмосферу вошло, видишь, в атмосферу вошло и начало дальше уже гореть просто. А там сгорело и ебнулось остатки. У меня-то полный материал, в отличие от некоторых. Пиздец, ебать. Я думал, блядь, война начинается. Несы. А? Но взрывы, честно, я не понял, что за взрывы. Да Юльку говорю. Нет. Что за взрывы были, вот это я реально не понял. Это что-то похоже на маленький это, метеорит или комету маленькая, какая-нибудь хренюшка пролетела. А что за взрывы, я не ебу. А взрывы были, кстати, с Юргу, блядь. А может там, не знаю, какой-то... Так вот ты же там выдержишь. Там выдержишь. Да? Может, стекла? Стекла, стекла! Стекла. Да. Я когда побежал, за меня, знаешь, блядь, кусок ебнулся, блядь. Ну, кстати, наверное, подержи, да. Подержи. Я вон эти идут. Подержи. Есть. Как мне это нравится, блядь. Сука, люблю такое. Пошли попытайся внутрь зайти. Там тоже окна выебло в этом ГК. Ладно, пока приостанавливаю.